Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, шановні пані і панове, уважаемые гости моего канала, подписчики. Я сегодня хотел продемонстрировать вам вариант велоприцепа под названием Bizon 3. Ну, в чем изменения? Во-первых, что борта не скошены, это первое. Второе, что колеса я поставил 28 дюймов, то есть это как обычное колесо с велосипеда Украина, которое выпускали. То есть диаметр колеса 700 мм. И в чем, так сказать, новость этой колешки? Я немножечко изменил расстояние, увеличил, сдвинул ось немножко ближе к переднему торцу, с условием, чтобы когда человек тележку, допустим, толкает, чтобы был минимальный, так сказать, нагрузка на руки перевозчика. Для того, чтобы продемонстрировать, что это действительно минимальная нагрузка, я взял зубочистку и сейчас вот подниму, вот зубочистка, видите, то есть она легонько, то есть, ну, минимальная это. Даже если вот изменить немножко центровку, то вот видите, как тележка сама может висеть. Вот видите, то есть она практически веса никакого на руки перевозчика. Ну и еще в некоторых комментариях по моим тележкам люди утверждают, что вот ручка находится на уровне груди, и поэтому ее неудобно будет, ну, как бы перевозить. Пока поэтому у меня рост 1,77 м, это средний, поэтому вот руки находятся, вы видите, на уровне очень удобном для перевозки. То есть я высоту взял из высоты детской коляски. То есть любая женщина, которая пользоваться детской коляской, для нее такая тележка будет вполне удобной для транспортировки. Видите, вот, ну, скажем так, она сейчас там довольно большой груз, потому что дрова недавно пиленные, поэтому они мокрые. И объем дров я просто хотел показать для того, чтобы вот такая корзинка у меня вот тут такие. И вот я сейчас попробую выгрузить вот эти дрова в корзинке, чтобы объем увидеть, какой объем без тележки. Не полностью выгружена, то есть получается где-то половина тележки это полный две корзины, поэтому, ну, объем довольно приличный, да и вес, дрова там мокрые, поэтому так вот довольно приличный вес получается. Ну и я хотел вас попросить, если кому видео понравилось, подписывайтесь на мой канал. И я постараюсь, ну, оставляйте комментарии, постараюсь ваши комментарии, на ваши комментарии обязательно